12-12-11. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты России. В бюллетене будет 8 фамилий. Об этом в четверг объявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пожелала участникам гонки удачи и выразила надежду на то, что выборы пройдут честно. Я хочу всем им пожелать успеха, чтобы кампания прошла достойно, достойно для всех, с уважением друг к другу, с уважением к нашим избирателям, прошла максимально открыто и справедливо. Единственный самовыдвиженец в списке – Владимир Путин. Действующий президент считается фаворитом в гонке, и более того, по мнению политологов, никто из кандидатов не сможет составить ему конкуренцию. От ЛДПР выступает лидер партии, политический долгожитель Владимир Жириновский. Он участвовал практически во всех президентских выборах в истории современной России, но всегда оставался на третьем месте или ниже. От КПРФ, неожиданно для многих экспертов, выдвигается Павел Грудинин. Преуспевающий бизнесмен и глава совхоза имени Ленина заменил в гонке Геннадия Зюганова, председателя Компартии. Ксения Собчак, оппозиционная журналистка и телеведущая, идет на выборы под лозунгом «Кандидат против всех». Таким образом, она рассчитывает показать властям, что стране необходимы перемены, и недовольство существующими порядками растет. От «Яблока» баллотируется Григорий Явлинский. Кроме того, в списке бизнес-омбудсмен Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин. Президентские выборы пройдут 18 марта.